В магазинах курорта торговые полки заставлены продуктами. Комиссия особо обращает внимание на цены на молоко, кефир, сметану, творог, масло растительное, яйца и хлеб. Самые необходимые продукты входят в группу социально значимых и для каждой семьи должны быть доступными. Цель для того, чтобы, наверное, социально значимые продукты были, чтобы люди знали об этом и чтобы соблюдалась ценовая политика именно на социально значимые продукты, чтобы бабушки, дети и граждане, находящиеся в не очень хорошем состоянии финансовом, могли приобрести себе товар по низкой цене. Цены на социально значимые товары отмечены яркими ценниками. Полки для этих продуктов отводят отдельные. Также должен быть отдельный перечень продуктов с ценами. В магазинах на улицах Ленина, Астраханская товары с яркими ценниками видно сразу. За молоко, кефир, сметану покупатели не переплатят. На улице Владимирская в мини-маркете «Домашний» хлеб продают без наценки – 21 рубль. Но не все владельцы магазинов соблюдают распоряжение о стабилизации цен на социально значимые продукты питания в Краснодарском крае. При помощи вот группы «Народный контроль», которая создана, это большая для нас помощь для управления торговлей. И судя по объектам, так как мы обследовали сейчас 10 объектов, да, и выявили нарушения в одном, ну, я считаю, что работа проводится плодотворно. Специалисты управления торговли и потребительского рынка, представители молодежного совета при главе курорта зафиксировали нарушения в одном магазине. Ярких ценников нет, да и обычные не на всех товарах. Литр молока стоит 44 рубля, а в 9 проверенных магазинах 36 рублей. Не соблюдает и температурный режим хранения скоропортящихся продуктов. С такими предпринимателями проводят разъяснительные беседы. Хотелось бы, чтобы наши предприниматели относились к данному соцпакету просто положительно, потому что, делая доброе дело, он делает доброе дело не только людям, но и себе. Обращают внимание на производителей поставщиков продуктов. В основном на полках магазинов Анапы – товары кубанских производителей. Покупатели отдают предпочтение качественным и натуральным продуктам. Мониторинг специалисты управления торговлей, представители народного контроля проводят регулярно. Ежедневно проверяют 10-15 торговых точек.